час наступает долгожданный, и день, заканчивая свой, из учреждения Марья Ивановна спешит безудержно домой. Скорей, скорее ей не сидится, и кое-как свой стол закрыв, как птица Марья Ивановна мчится, свет в комнате не погасив. Быть может, Марья Ивановна дома, когда немного отдохнет, с электросветом по-иному себя как следует ведет. Уютный дом, к теплу халата, пять пробило уже давно, пред ней на улицах плакаты, но Марье Ивановне все равно. Надевая удобный шелковый халат, она немедленно включает все лампы и приборы в ряд. А в коридоре крайне точен, не успевая отдохнуть, спортсмен, неутомимый счетчик по диску начинает путь. И час за часом неустанно электродвижется поток, но забирает Марья Ивановна заводов драгоценный ток. И оборот за оборотом слабей энергии напор, и с полной мощностью работать не может великан мотор. А в коридоре крайне точен, как ленточку пройдя лимит, спортсмен неутомимый счетчик уже по диску гули мчит. Нам не вмешаться невозможно, в квартире этой хищник скрыт, который каждый день безбожно пережигает весь лимит. Кто там за этой дверью дальней? Над книгами в тиши ночей старик-профессор. Все нормально. Здесь лампа в 25 свечей. Налево рядом свет туманный. Горят спокойные огни. Купает бабка внучку в ванной. Нет, это тоже не они. Кто же этот хищник? Очень странно. Вот комната еще одна. А, все понятно, Марья Ивановна. Она свирепствует, она. Сжимая фен и лоб нахмуря, укладывает кудри в ряд. А в комнате бушует буря из драгоценных гектоват. Поток электроурагана вам надо срочно прекратить. Необходимо Марью Ивановну в последний раз предупредить.
не смущает ни слова и ни строгий взор. Захлопнув дверь, она включает еще две плитки и прибор. Нам, к сожалению, знакомы и этот тон, и эта прыть. Придется, значит, по-другому нам с этой дамой поступить. Из-за проступки Марьи Ивановны да не винит никто нас в том. Свет гаснет в коридоре, в ванной и над профессорским столом. Итог опять нормальным ходом бежит по мощным проводам к военным стройкам и заводам, к важнейшим и большим делам. Даже разбирая строго пример, который нами дан, должны сознаться мы, что много в Москве есть этих Марьи Ивановны. А если нас конкретно спросят, мы скажем, безусловно, есть. И на Арбате 28, и на Петровке 36, и на Ордынке 18, и на Волхонке 45, на Ленинградском 116, и на Миусской 7/5. А вас мы очень просим, зрители. Для Марьи Ивановны, взяв билет, ее сюда вы приведите. Пускай посмотрит свой портрет.